добрый вечер. Поздравляю вас с победой. Второй матч за день, как бы вторая игра. Вы улыбаетесь, вам понравилась игра. Что можете сказать по матчу? Вот. И как бы по игре. Добрый вечер. Те болельщики, меня просто это моя поддержка. На самом деле, вторая игра далась, конечно, тяжелее. Вот. Ребята из Лейпцига настойчивые очень. Играют в контактный футбол. Вот. За каждый мяч борются. Скоростные ребята, молодцы. Что видели их игру с Гамбургом и... Ну, молодцы ребята, хорошо играют, что сказать. Да, не дали бой. Дали бой Гамбургу, да. Вот поэтому и опасались сегодня, конечно. Вот. Но, тем не менее, добились успеха. Отыграли на ноль. Вот. А, команде огромный-огромный плюс опять и большое спасибо. Сегодня было минимум ошибок. Ну и максимум, конечно, реализации моментов, которые могли. Это вам помогли ваши напитки или новая форма? Чудо-чай, чудо-напиток, да. Без мельдония, честное слово. Можем любую экспертизу пройти, вот. Ну и на самом деле команда, я думаю, сплотилась. И надеюсь, что дальше также игры будут у нас. Спасибо, поздравляю. Спасибо огромное. Добрый вечер. Игра у вас сегодня не сложилась. Что можете сказать? Почему? Ну, вообще, два слова по игре и по сопернику. Ну, 6-0 это еще не результат. Если бы мы еще там дожали последние минуты, мы бы, наверное, выиграли. Пару мячей не хватило частично. А так нормально, нормально. Нормально. Все устраивает. Да, пойдет. Ну, сначала не собранные были, и соперник просто закрывал, ничего не проходило. Больше трех пасов у нас не получалось. Соперник просто отлично сыграл сегодня. Я понял вас. Ну, желаю удачи в следующем туре. И поздравляю соперника. Фартануло.